Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон направил официальное письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Он предложил московскому градоначальнику предоставить церкви помещение в бессрочную бесплатную аренду для продолжения помощи нуждающимся людям. В конце мая православный портал «Милосердие.ру» распространил информацию о том, что по просьбе префектуры Центрального административного округа столицы было прекращено кормление бездомных при храме Космы и Дамиана в Шубине. В своем письме епископ Пантелеймон высоко оценил помощь церковных служб людям, оставшимся без крова. Группа помощи бездомным при храме Космы и Дамиана в Шубине начала свое социальное служение еще в 90-е годы и с тех пор регулярно два раза в неделю кормит, поет и одевает до 500 человек единовременно. Работа группы позволяет этим людям своевременно получать питание, что снижает социальную и криминальную напряженность в их среде, своевременно менять одежду на чистую и выглядеть более прилично, получать необходимую социальную помощь. Закрытие этого направления социальной работы храма не сможет решить проблему бездомности в Москве, а лишь усугубит ее, убежден глава синодального отдела по благотворительности.